Спасибо, Рав. Написано выяснение. Как производить это выяснение? Это личное выяснение или в десятке? Мы говорим друг другу, что верно и что неверно. Как, в конце концов, мы решаем, производим это выяснение? Можете ли объяснить? Выяснение я делаю, в общем-то, в простой форме. Это называется вера высшего знания, что мы должны предпочесть силу отдачи силе получения, то есть силу объединения над силой разделения, силу группы над своей личной силой человека в разуме и сердце. И таким образом мы строим то, что называется вера высшего знания. Свойство бины над свойством малхут. Эти вещи все приходят как результат усилия. И человек начинает чувствовать, что это приходит и уходит, приходит и уходит, пока это как-то не устоится в нем, и тогда он уже приобретает это состояние, он начинает понимать, чувствовать, держать его и работать с ним. Да. Это мое личное выяснение между мной и собой или в десятке? Как делать такое выяснение? И где находится и притягивающая сила, и отталкивающая? Вначале мы хотим делать это как будто бы лично, то есть я сам. А потом мы видим, что мы не можем сделать это в личной форме, в такой полном виде. А не хватает нам соединения между нами, потому что сила бины, она не находится в каждом по отдельности, находится над нами. И когда мы хотим приобрести ее, мы должны объединиться между нами и так выстроить эту силу бины. Поэтому бина называется сила, то есть мир, высший мир называется он.